Новий освітній проект «Школа майбутнього лідера», ініційований президентом Міжнародного гуманітарного університету Сергієм Ківаловим. Даний курс орієнтований на школярів 9-11 класів і включає в себе два блоки – «Школу майбутнього юриста» і «Школу успішного бізнесмена для майбутнього лідера». Через місяць перші сертифікати про закінчення школи отримали більше 100 випускників. Сергей Васильевич разрабатывает вместе с профессорско-преподавательским составом план действий, что будут школьники изучать. Мы им помогаем определиться с будущей профессией, потому что, поверьте, это очень нелегко сегодня и родителям, и школьникам выбрать в принципе профессию, потому что в Украине очень много предложений, много учебных заведений, много специальностей, и мы все делаем для того, чтобы школьники сделали правильный выбор. Лекции проходили в разнообразных современных формах, были применены интересные методики обучения. Каким должен быть современный лидер? Естественно, что он должен предвидеть наперед определенные процессы. Он должен быть преданный своему делу, а также должен управлять людьми, коллективом, идти вперед. Поэтому таких компетенций в школе школьникам не преподают. И с этой инициативой выступил президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов для того, чтобы преподать школьникам первые уроки финансовой грамотности. Інститут організував такі два абсолютно безплатні проекти. Особливістю школи майбутнього лідера є те, що заняття включають в себе не тільки лекції, а й практичні заняття, які дають можливість детально познайомитися з майбутньою професією. Занятия были очень интересными, особенно интересно было последнее наше занятие, когда мы смотрели, к нам пришли юристы и криминалисты. Мы брали отпечатки пальцев друг у друга. Это было очень интересно и занимательно. Планирую поступать, потому что здесь очень специализированные преподаватели, которые, они больше нам как друзья скорее, чем просто преподаватели. То есть мы их не боимся, и мы можем смело выражать свое мнение. Я узнал друзей, вот, как-то все получилось незапланированно. В первую очередь пришел, чтобы подготовиться к ЗНО, так как 11 класс, окончание. Вот, был очень приятно удивлен, когда пришел сюда, во-первых, видом университета, потому что я был в разных университетах, и это было очень вызвало большое удивление. Много полезной информации по поводу того, что было очень много интересных лекций. Свій вибір на користь Міжнародного гуманітарного університету вже зробили більшість слухачів школи. Участь в проєкті дає школярам не тільки нові знання та досвід, а й суттєву перевагу перед іншими абітурієнтами. Первый набор он был очень удачный. Более 100 школьников пришли учиться в эту школу. И сегодня завершение обучения. Оно тоже очень приятно для школьников, потому что они получают сертификат. Сертификат, что они успешно закончили эту школу. Этот сертификат дает им дополнительный балл при поступлении в Международный гуманитарный университет. Мы уже знаем, что эти школьники были в стенах нашего университета, что они себя проявили, что они интересуются дополнительными знаниями. И мы с удовольствием их примем в ряды студентов. Міжнародного гуманітарного університету. Своїм досвідом зі школярами ділилися кращі викладачі вишу, практикуючі юристи, а також провідні бізнес-тренери та підприємці Південного регіону. Вы знаете, почему я пришла именно сюда и здесь останусь с удовольствием преподавать? Здесь тот преподавательский состав, молодой преподавательский состав. И я не имею в виду даже физиологический возраст, скорее я имею в виду психологический возраст. Это те преподаватели, которые душой близки к молодежи. И они понимают, что если сейчас не дать этой молодежи тех знания, которые им помогут в жизни, то молодежь совершит огромное количество ошибок. Вот именно поэтому я пришла преподавать сюда. Да, потому что мне очень близко мнение и цели преподавательского состава университета. Подарунком для випускників школи майбутнього лідера стала участь в грі-тренінгу Василя Стаха «Грошовий потік в Україні». Гра тренує фінансові вміння і навички. Зазначу, в найближчому майбутньому Міжнародний гуманітарний університет також планує запустити ще кілька навчальних проєктів для школярів – школу юного медика, школу юного дизайнера та інші. Всі заняття для школярів проходитимуть у вихідні дні.